друзья, приветствую всех на канале Есть Поесть. Сейчас, когда появилось много свежей зелени, конечно, полезно ее употреблять в свежем виде. Но, чтобы разнообразить свое меню, можно из нее что-то приготовить. Например, такие вот вкусные бутерброды. Зелень сюда подойдет абсолютно любая. Количество на ваше усмотрение. А примерный список ингредиентов, как обычно, открывайте под описанием. Я обычно беру немного зеленого лука, молодой чеснок, все хорошо почистила, убрала ненужное. Также у меня здесь петрушка и укроп. Нарезаю все как обычно, как на салат. У лука и чеснока использую и белую, и зеленую части. Складываю все в одну миску, добавляю тертый сыр. У меня в данном случае сулугуни, но подойдет любой твердый. Посолю, добавлю 2 яйца и хорошенько все размешиваю. Подготовленную массу выкладываю на кусочек любого хлеба или батона. Друзья, смотрите на моем канале и другие рецепты со свежей зеленью и не только. Ссылки на них вы найдете под видео, а также в тематических плейлистах. Выкладываю бутерброды на противень и отправляю в разогретую до 190 градусов духовку минут на 20. А вы ориентируйтесь по своей духовке. Бутерброды хороши как в горячем, так и в остывшем виде. Посмотрите, они получаются хрустящими, очень вкусными и ароматными. Кстати, за это время зелень не успевает полностью приготовиться и сохраняет свой вкус и аромат. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Подписывайтесь на канал Есть Поесть, а я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне, увидимся в следующих видео.